Всем привет! Сегодня у нас с вами реактор Адони Моуза, как он себя называет, Адиони Моуза. Давайте смотреть. Всем салют! С вами Адиони Моуза. И сегодня я забабахаю реакцию на этого парня по имени Димаш. Димаш. Я хочу начать мутить эти реакции. Это моя сестрица накинула мне такой вариант. Вообще моя музыка — это хип-хоп, рэп-музыка. Но весь замут в том, что первая песня, на которую я сделаю реакцию, это песня, которую она выбрала для меня. Она тащится по этому парню. Поэтому подогнала мне эту песню. По картинке можно прикинуть, что это какое-то шоу. Ну что, давайте заценим, что это там за песенка. И что это за такой парень? Походу, он какой-то там певец. Давайте уже качнем. Он что, уже выступил? Или это такое видео? А он красавчик, однако. Это что, его сердце? Его сердцебиение? Все, она отъехала. I'm loving the pants. По кайфу у него штанишки. Okay, back up. Is this a dude? Так, стопэ. Это точно мужик? Ну ладно. Но я что-то никак не вкурю. Что здесь вообще творится? Ну да, это вроде мужик. Окей. Ё-моё, я, блин, уже успел прослезиться. Это что такое? Еще раз, еще разок, повремените, еще разочек. Avec les conditions.
Да чтоб меня. да ну, Гульбану, да чтоб я сдох. Обожаю реакции афроамериканцев, они настолько эмоциональные и открытые, не то что я, да? И, кстати, я сделал кружочек чуть больше на миллиметр, как и обещал. Смотрим. Он шарит в этом, он хавает эту тему. Он просто прочухал, как это работает. Боже. Все-все, я больше не буду это останавливать. Опа, вот эту тоже накрыло. Хана ей. Так, стопчик. Он до того раскачал это место своей годной музыкой, что этот парень такой, типа, все-все, завязывай. Это было весело. Не обессудьте. Но тут есть чувак, который, походу, должен был играть на чем-то. Да сто пудов он должен был на чем-то играть, а он застыл как пень. Кто эти люди? Мне нужно спросить об этом у своей сестры. Кто это такие? Это были судьи или кто, которые за кулисами? В другой комнате они смотрят это по телеку. И типа судят оттуда. Кстати, у Адиони или Адони, у него все реакции на Димаша, их уже очень много, хотя он только недавно открыл свой канал. Поэтому, кому он интересен, подписываемся на него. Мне кажется, мы нашли черного брата Фила. Я люблю музыку. Мне нравится разная музыка. И у меня есть свои предпочтения. Но этот чувак... Я не говорю по-французски, а это было на французском. И я не понял, о чем он пел. Но и ежу понятно, что эта песня SOS – это что-то потрясное, черт возьми. Это было первоклассное пение.
Если не смотреть на то, что происходит на сцене, то кажется, что это был не мужской голос. Да, там были низкие ноты. Я бы даже сказал глубокие. Но такой контроль. У меня сестры поют. Да и сам я пою басом. По сути, только басом и пою. Но он... Он необыкновенный парень. Благодарочка моей сестре за то, что она заставила меня послушать это. Меня это прям зацепило за живое. И дело не только в голосе. Мне, по сути, многое не надо. Вот как-то так. Всем спасибо. Меня зовут... И что там обычно дальше говорят? Подтягивайтесь на канал, лупите лайк, черканите коммент, ну и все, дальше больше. Мира всем!